Миграция стала главной темой обсуждений на саммите ЕС-Африка в Кот-д'Ивуаре. В среду в Абиджан прибыло более 80 европейских и африканских лидеров. Среди основных тем также военное сотрудничество, терроризм и будущее африканской молодежи. Тема нелегальных беженцев стала особенно актуальна после репортажей о продаже людей в рабство в Ливии. На встрече планируют найти способы борьбы с преступными группировками, которые эксплуатируют мигрантов. Недавние сообщения о том, как торговцы людьми обращаются с африканцами, особенно с молодыми людьми, просто ужасают. Более 5000 человек в прошлом году утонули в Средиземном море. Мы не можем с этим мириться. Мы также не согласны с мнением, что Африка и Европа противостоят друг другу. Взаимные обвинения – это самое худшее. Ежегодно сотни тысяч человек бегут из африканских стран в Европу от бедности и безработицы. При этом население континента на 60% состоит из молодежи. Его численность постоянно увеличивается. Вкладывать в молодежь ради будущего – такова официальная тема нынешнего саммита. Мы должны быть амбициозными. Этого от нас требует молодежь в Европе и в Африке. И тогда мы сможем двигаться в будущее с надеждой и миром. Президент принимающей страны призвал Европу расширить возможности для легальной миграции африканцев в ЕС. Например, выдавать больше студенческих и рабочих виз. Впрочем, эти предложения могут не найти отклика, ведь многие европейские страны выступают против приема большего числа мигрантов.